Привет, ребят. Долго меня не было, но вот я вернулся. Вернулся и вижу, что читеры край просто оборзели. И не только вот такие читеры на неймы, а и читеры из топовых полков. В топовых полках, как всегда, читеров пруд-пруди. Поэтому игроку с ником Виталий Стар, это настоящее животное, которое, ну, на полном морозе играет в свою игру «Стрельба по маркерам». И вот давайте глянем на его статистику. А, я уже его открыл вот здесь. И вот Виталий Стар, статистика приближается к 90%. При 1700 боев он бьет в каждом бою 6 танков. Представьте себе, в каждом бою 6 танков. Но самое поразительное — это то, что эвристический анализ, да, который, как говорят гайдзины, работает и будет продолжать работать даже после вступление в действие античита Easy Anti-Cheat, не замечает вот таких вот утырков. Вот давайте посмотрим. Вот его статистика, да, она была вот такой. Я ее немножко увеличил, да, чтобы посмотреть. Смотрим. 1 сентября 2019 года 85% КПД. А 10 сентября 2019 года 91% КПД. Это тут видно невооруженным глазом. Даже не нужен никакой анализ эвристический. Просто минимальный анализ, включаем мозги, смотрим и видим, что это читер. Гейм-мастера, конечно же, то ли мозги не включают, то ли у них другие причины на это. Почему они не банят таких людей, не знаю. И вот такими гейм-мастерами нам приходится уживаться в нашей любимой игре. Но игра наша любимая, каждый в нем все становится хуже и хуже и хуже. Багов все больше, исправлять их все меньше, но зато у нас танчики, вертолетики, копипаст идет полным ходом, конвейер работает, танки, нужны новые танки. Гайдзин. Звук говно, графика говно, багов полно, читеров, блять, дальше больше, даже больше, чем багов. Я не знаю, что вы и вы хотите за этот проект получать деньги. Охренеть просто, у вас наглости, блять, ну, простите, не знаю, не буду, наверное, рассуждать на эту тему. Это, наверное, тема должна быть Берди Буча, Берди. Я надеюсь, ты затронешь тему War Thunder, вот это вот звук, графика и баги. Ну что, уже надоело вот это вот звук конченый, вот эти вот дыр-дыр-дыр, блядь, моторные лодки, которые катаются, и два типа звука у нас есть. Дыр-дыр-дыр, пыр-пыр-пыр, блядь, все. И выстрелы. Были нормальные раньше вроде бы выстрелы, можно сделать было еще их лучше, но у нас говно. У нас тигры едут непонятно как, пантеры, пыр-пыр-пыр, дыр-дыр-дыр. У меня где-то здесь был, вот, запись тигра, запуск королевского тигра. Сейчас мы послушаем, как звучит нормальный звук танка. Thank you.
так звучит нормальный двигатель, танковый двигатель, дизельный. Сколько там, 12 цилиндров или больше. Вот так звучат танковые двигатели, а не так, как у нас War Thunder. Пыр-пыр-пыр, дыр-дыр-дыр. Берди, я все-таки надеюсь, ты эту тему затронешь, потому что такой War Thunder, блять, уже просто надоел всем. Мало того, что звуки конченые и графика уже устаревшая, то теперь еще и читеров все больше и больше. И баги. И багов тоже. Скоро будет багов, как и читеров. Баг Thunder возвращается. Не знаю, куда это все летит. Но давайте мы от этого отступим, а тему эту оставим Берди Бучу. У него лучше получается красноречие, у него будет намного получше, чем мое. А мы вернемся вот к нашим вот животным. Виталий Стар по статистике делает 6 фрагов за бой. Да, просто красавчик. А вот у нас еще написали, вредный чувак у нас. Перешел в промо. Полк промо, или как его в народе называют, порно, продолжает славиться своими читерами. Мы продолжаем выходить из боя, когда с ними встречаемся в полковых боях. У нас это два полка, с которыми мы не играем. Это промо или порно, как называем его мы и другие народные игроки. И второй полк эскио. Это такие же конченые люди, которые держат в своем составе читеров. Давайте посмотрим, что наш тут вредный чувак из себя сегодня представляет. Так, копируем. Ник. Парис Федерал. Рома. Ангел Ада. Сегодня Эклипс, да, это я знаю. Вредный чувак. Помню этого игрока, сейчас мы поглядим. Так, табличка наша, обставить, найти все. Вот он, вредный чувак, это еще получается у нас июль прошлого года. Нажимаем найти далее. Есть Паук Креус, потом переименовался White Fox. Далее есть, еще смотрю. А, вот он, да, у нас Парис Федерал, ВВФН. ВФН. Не ВВФН, а ВФН. White Fox, вредный чувак, его ники, и Парис Федерал. И теперь этот Парис Федерал, получается, у нас находится промо, да, как нам пишут. Давайте поглядим. Да, действительно, промо. Когда он вступил... Ой, ёшки-матрёшки, где он только не был. 11 ноября вступил промо. И промо составчик их вот такой. Космо, читер. Хонда. Раньше читерил, сейчас не знаю, наверное, тоже читерит. Они ж рукожопики не умеют по-другому. Релик-наборик, это отдельный экземпляр. Есть у меня кусочек видео с его участием на моем канале, но не почитал. Так, антиснайпер. На манеже все те же. На манеже все те же. Говорят, осью кикнули из полка, да? От винки осины не собираетесь вы кикать из полка. А вот она Парис Федерал, вот она в Буду. И вот они, видите, все офицеры, это чтобы их не кикнули из полка, это они раздали всем офицеров, да, чтобы их не выгнали. Вот президент. Этот неадекватный чмырьё. Так, кто тут у нас еще? Сомали, билет на балет. Ну, конченые люди. Я не знаю, ребят, вот есть в этом полку нормальные игроки, но... Как вообще можно находиться в одном полку с этими уродами? Я еще раз вот акцентирую на этом внимание. Я считаю, ребят, вы такие же
законченные, как и эти же, с которыми вы находитесь. Раз вы соглашаетесь молчаливо, да, что они в вашем полку, значит вы это считаете за норму. Это нормально для вас, находиться и играть в одном полку. Вы одна команда, ребят, вы одна команда, вы один полк, вы конченые люди. Вот этот мой вывод. Да, бывает же такое, бывает. А чё мы молча будем сидеть, да? Нехай играют, мы же играем по-своему, типа, да, по-своему. Мы хотим быть просто, ну мы так просто, нам похер, мы конченые, не конченые. Мы просто хотим быть первыми в списке полковом. А то, что там и читер играет, да, нехай играет, там волк этими борется, нам по барабану. Да вы конченые, ребят, конченые, ладно. Что-то я вас, а вас, да, вас. Вернемся к War Thunder. Слышали, да, мы тигра? Слышали. А давайте теперь послушаем, как у нас играют, работают танчики. Вот он, тигр наш, королевский. Ну, более-менее, да, еще. Конечно, не так, как тот. Патера. Во! А где же дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, пантеры? Странно. Вот он, пыр-пыр-пыр. Обычно пантера с таким звуком, пыр-пыр-пыр. Ладно. Вот такие у нас звуки. Моторная лодка. Легкая моторная лодка. Пыр-пыр-пыр-дыр-дыр-дыр. Это звук танка, ребят, это звук танкового двигателя. Супер, кайдин, блядь. Вы Battlefield вообще вы играли? А это прикол, смотрите. Наводим на танк, да, и можем крутить правой мышкой. Влево, вправо поворачиваем. Влево, вправо. А вот здесь поворачиваем мышкой. У нас наоборот, блядь. Я вправо, а оно влево. Я влево, оно вправо экран. Я экран вправо, экран влево. А на танк нормально. Година. Вы что курили, блядь? Нахрена вы это сделали? Нахрена вы вот это вот запороли? Теперь мне что-то повернуть? Мне нужно на танк цеплять. А здесь у нас наоборот. Я вот тяну вправо, и мне влево поворачивается. А на танк наоборот. Ну, и вот нахрена было раньше нормально? Нахрена? Вот кому это было нужно? Какому там нужно вашему рукожопу руки перешить? Я понимаю, что я там на вас там гоню там, да. Но, ребят, такие как я... И таких много игроков, которые платят, вкладывают в игру деньги. Я, конечно, перестал уже вкладывать. Последний раз я вложил деньги в премиум-аккаунт. А еще, нет, танком недавно купил. По дешевке, правда. По скидке. По 50%, по нищебродской. Скидка для этих, как их, дебичар. Во. Так вот, больше я хрен, наверное, что вложу. Я не вижу смысла вкладывать деньги в игру, которая не улучшается. Вы только танки делаете для того, чтобы деньги получать, блядь. Вы делаете игру нормальную. Ну, говно, как играли, так играем. Если не полковые бои, мы бы, наверное, уже перестали играть в эту игру. Так что, гайдены. Вот доберется до вас Берди Буч, как начнет говорить неправду. Ой, блядь, запоете вы. Так, ладно. Ой, что у нас? И тут уже нет. Так, это... Опа, смотрите. Получается, что у нас? А, так вот он, что прикол. Вот они за танк мы двигаем. По нижней части экрана мы тащим. Видите, как вот так? А выше вот здесь уже. Уже наоборот. Класс. Вниз. Вверх. А тут вниз. А что здесь вы не сделали? Раз у нас тут влево-вправо. А здесь так. Ой, блядь. Ой. Ё-моё, что-то я поломал. Вправо, влево, нормально. А тут влево, вправо, блядь. Вы там что, наркоманы? Гайдзин. Ой, блядь, ёлки-палки. О, повернуть танк. Ладно, включаем вид от его камеры и смотрим, как наш товарищ бьет 6 танков каждый бой. Опа. Первый выстрел прицелочный. Простите. Не попал. Так, ну второй точно должен попасть, да? Да.
Не пробил. А что же ты будешь делать? А вон самоходка едет. Гаси ее. Опа, ваншот. Красавчик. Твоя релька вообще была самоходка, а выглядит как самоходка. А вот самоходка едет. Опа, красавчик. Ну прям. Теперь надо в промо срочно полк вступать. Промо, промо, ребятки. Все вступайте в промо. Вот таким скиллом играем все в промо. Так, Хелкат у нас прет. Ну где мне Хелката, а следующего Хелката, да? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну ладно. Вот куда смотрит, сука, ваш эвристический анализ? А теперь сделаем вид, что ты их потерял. Ты же дурак, что ли? Дебил, блин. Ты только что через кусты гостил. Опа. Чуйка. Ну да, да, типа видно там, типа видно или не видно. Оп-оп. Видно. Так, работай. Опа, видали? Скилл. Скиллуха. Маркер справа моргает, да? А прицел так и тянет влево. Вот он, скилл. Сразу же, минус два, нет? Один пока. А снаряд взвелся, да? А вот этого, ну, тоже чуйка. На бульдога чуечка у нас. Оп. Красавчик. Красавчик. Профессионал. X5. Так. Хелкат же еще остался. Тоже чуйка. Оп. Что такое? Перелет, что ли? Что ж ты так? Что ж ты так? Тебе неверная информация от твоего чита. Вот. Теперь стреляй, да, да, вот, нет. Опять слева, чуйка. Чуйка слева. Вообще мастер просто. Видели? Мастер прям точно. Мастерский. Что у нас тут показывает? Ну, конечно, лучше всех. Все, приехал, следующий. Ускоряемся. Надо же девять добивать его. Ну, сколько ж можно уже? Вот, командира убил. Ай, автонаведение, пулемет, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оп. Работаем. Ага, красавчик. Что, подавай заявку, промо. Её там примут. Таня Стар. Да, Витара, теперь ты Стар. Теперь ты звезда. Давай, на ходу прям красиво. Молодец. Попал. Плохо. Башпец. Точнее бей. Давай, давай, давай. Вот так. Оп. Вот, другое дело. Что такое? Наряд не взвёлся. Странно. А, так ты под калиберами гасишь. Вот и баран, блядь. Наряда мало взял. Зато под калибером у тебя 15 там, да? Ну давай. Этими гвоздиками будешь долго убивать танки. Ну. Вот это скилл. Опа, любой комплекта. Какой-то у нас уже. X8. Да ты просто красавчик. Не, ну тебе точно надо промо. Ну так, ребят, этот товарищ играет уже, видели, да, с 1 сентября. Допустим, да, если он даже и подключил через 1 сентября. Ну, незаметненько так, ну, слабенько так. Вот так работает античит War Thunder. Я вообще не понимаю, зачем было врать все это время War Thunder. Вы скрывали все эти... неприятности, да, для вас, которые читы. И...
Затем нам собрали. War Thunder читов нет, да? После этого, как уже скрывать было некуда все это дело, вы решили, начали обвинять во вранье. И вы, чтобы вас, как бы, да, отмазаться, это, вообще дебилизм. Но мы же действительно говорили, что в War Thunder читов нет. Это же не читы, это же запрещенные модификации. Так что мы вам не брали. Да, Гандина, нехорошо было. Признали бы, чтобы сразу твою ошибку сказать. Да, ребят, действительно, сука, были читы. Не доглядели. Но мы-то будем с ними бороться. А нет. Вы начали рты закрывать, банить и кричать. В War Thunder читов нет. Это не читы. Так что... Это запрещенные модификации. А тех, кто назывался читами, вы их банили. И теперь, да, Easy Anti-Cheat. Вы назвали бы уже его Easy Anti-Mod какой-нибудь. Вот куда нужно долбиться гейммастеру, чтобы не понимать, что здесь чит? Не знаю куда. Либо он слепой, либо он дебил, либо он берет взятки. Все, три варианта. Если он слепой, я не знаю, нахрена он там нужен тогда на работе. С зарплатой. Если он дебил, не понимаю, зачем брать на работу дебилов, так как и слепых. И если он берет взятки, нахрена вам коррупционеры там? А еще окажется, что он читы продает, это вообще будет просто... Ну, я не знаю, ребят, что это будет, но это будет вообще просто. Да. Таля Стар, команда-то проигрывает, а? Ай-яй-яй. Хелкат стоит, да? Боишься? Это, команда слилась. Блин, ты тащер, 9 танков, 9 танков. А команда слилась. Как же так, а? Как же так? Ай-яй-яй, как же так? Ну, да, обидненько, да? Уже читы купил. А все равно не выигрывается. Вот он. Оп. Чуечка, да, такая? Чуечка. Чуечка. Да. Тебе надо либо в промо, либо в вёрве. Вот еще один полк тоже. Скилловиков, блядь. Тоже там половина там конченых утырков. Ну, я имею в виду читеров, читеров. Утырками конченые, называю ребят читеров. Читеры, конченые утырки. Вот там бомба. Ай-яй-яй-яй-яй, как же хоть они попали. Ну, гаси. Через дом, через это. Что у нас гейм-мастера? Слепые, глухие. Рикошет. Вот бы тебя сейчас навалял, а я ствол сломал. Да, ребят, спустя несколько недель я вижу, что в War Thunder стало еще печальнее. Просто охренеть. Ё-моё, так ты чуть-чуть бой затащишь. Точно. Расслабчик. Сбил! Сбил! Вот представьте, ребят. Мы покупаем премиум аккаунты, мы покупаем танки. Мы покупаем пакеты, да, за реальные деньги. Мы платим уже с 15 года гайдинам зарплату. И что мы взамен получаем?
мы получаем взамен вот таких вот уродов, которых не банят. И скажите мне вот, ребят, стоит ли это того? Может быть, перестать донатить? Может, перестать приобретать все это дело? И тогда, может быть, гайдины задумаются? Один хрен. Хоть плати, хоть не плати, я не знаю. Я не заметил. Прем-аккаунт мне уже нахер не нужен. Все, что нужно, я прокачал. На БР выше 8.0 играть невозможно. Вообще там читеры замахивают, а еще это РПУ там кошмарные. Американцы эти, ну, дисбаланс жутчайший. И РПУ тоже жестокий. Он-то и так на всех БРах страдает. От него страдают игроки. Он-то не страдает. А на БР выше 8.0 он вообще космический. Поэтому я вот лично не вижу смысла уже вкладывать премиум аккаунт. Нации они опять понапридумывали. Швеции, китайцев, блядь, сделали сборную. Американцев. Кого там только нет, китайцев. Что они вообще придумали? Шведов, которые будут полубританцы. Не знаю. Главное, они нам танков налепят. А вы покупаете. Да нетушки. Я лично уже приобретать ничего не буду. И вам советую, ребят. Надоело. Но мы продолжим бороться с этой нечистью. И надеемся, все еще надеемся, что гайдин возьмутся за голову, уже подобраться за голову, и сделают нам, вернут нам нормальную игру, сделают нам хороший War Thunder. Чтобы звуки были хотя бы как в Battlefield. И графика не хуже. А вам, мои дорогие, спасибо огромное за вашу поддержку, за ваше внимание и за ваше понимание. До новых встреч, ребят. Пока-пока.